заготавливаю своим птицам корм на зиму. Это вот классики овса. Здесь уже подсушенные хорошо. Вот эти я сегодня сорвала. Еще в холодильнике у меня лежат. Это я им привезу как свеженькое. Они очень их любят. Ну, еще пшеничка попадается. Просто будет позже, когда овес первый начинает. Вот. И то, что осталось, оно опять посеется. То есть оно дозреет, посеется. И вот где-то чуть позже, там, может, осенью, я еще соберу. То есть ничего не пропадает. Вот я из корма то, что остается, этот мусор сею. А потом, значит, собираю эти классики свежие, которые они обожают. Заготавливаю часть на зиму. Вот. И у меня еще птицы все лето ими питаются. Вообще отлично.